Я был председателем Народного собрания, и когда ко мне обращались те, кто сегодня у власти, я созывал заседание, если я хотел, я мог не приходить. Пожалуйста, приводите в заседание, есть законная процедура, выбирается председательствующий. Но вот так, вот эти непонятные движения, которые они сегодня делают, президиум решил, председатель должен созвать заседание и президиум проинформировать. А не созывать президиум и отказывать, и говорить что-то неприоритетно. Я считаю, что превышение полномочий. Поэтому, уважаемые коллеги, перед тем, как придумать что-то, вот эти маневры, давайте внесем изменения в закон, чтобы эти маневры могли быть законными. И считаю, что мы должны все-таки на очередном заседании проголосовать за выборы. Да, у них какой-то страх есть, но люди должны иметь своего депутата. И в Улканештах, и в Чокмадане. Причем вот эти непонятные тоже вопросы. Где мы возьмем деньги? На зарплату находим деньги? Найдем и на выборы. Потому что сегодня, где я не вижу президиум сегодня, они получают заработную плату. Но их нет сегодня на работе. Вот поднимемся сейчас, посмотрим, их нету.